Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Shadow of the Colossus. Нас убито 13 колоссов. Осталось, по-моему, 3. То есть мы уже довольно близки к завершению. В последней серии мы разобрались с огромным воздушным змеем. Это было довольно прикольно. Только, насколько я помню, я запарился его искать. Врагов прячут все в более и более труднодоступные места. Давайте посмотрим, что нас будет ждать сегодня. Следующий враг. Так, нужно звук убавить. Понятно. Следующий враг какой-то стражник, который обитает в закрытом городе. Он жаждет разрушения. Такие дела. Так, лошадь. Где-то там. Кстати говоря, я давно хотел вспомнить. Я забыл про такую штуку в этой игре. Немаловажную, судя по всему, как у вороты. А делаются они у нас... вот так вот, да. Так, лошадь, подожди, постой. Наш следующий враг, вот он. Осталось, да, трое. Я думаю, эти трое дадут прикурить всем остальным. Ладно, поскакали. Все меньше и меньше. Насколько я понимаю, вы на главного героя посмотрите, просто он все хуже и хуже выглядит. Чем больше колоссов он убивает. Каждый колосс, кстати говоря, олицетворяет какое-либо животное. Так, нам куда-то туда? Вот сюда вот куда-то. Скорее всего, там будет проход в ущелье. Или это будет за той долиной гейзеров, в которой мы дрались с черепашкой. Посмотрим. Там еще, кстати, вы помните, наверное, показывали кат-сцену, скачут какие-то воины в доспехах с каким-то жрецом. Интересно, во что это все выльется? В игре, заметили, практически нет сюжета вообще никакого. То есть начинается она с того, что ты приносишь сюда свою девушку возлюбленную, и все, сюжет кончается. Непонятный голос тебе шепчет: «Убей того! Убей того!» Да и все. Так, ну судя по всему, через это самое поле. Ущелья я никакого не вижу вроде. Лошадь. Так, похоже, наврали. Мне сказали, что лошадь в определенный момент можно просто отпустить управление и просто подбадривать ее. Ой, как она... Да она убитая, по-моему. Она сама прискачет, куда нужно. Я что-то, честно говоря, не вижу такого. Так, аккуратно. Тут где-то можно разбиться, насколько я помню. Да, вдаль туда. Ой-ой-ой, тихо, стой. Обход у нас, по-моему, где-то вон там. Скакали. Плохое место. Отсюда было трудно убежать, когда мы дрались. Так, вот и мостик. Все, нормально. Перебрались. Да блин, лошадь, ну елки-палки, ну что ж ты делаешь? Постоянно вот такое. Про нее даже уже комиксы рисуют, я видел. Насколько она упоротая. Так, главное не обвариться этим кипятком. Так, и мы куда-то, вон туда куда-то идем. Эм,
Похоже, нужно на мостик сначала. Да, как я и говорил, все дальше и дальше прячут этих колоссов. Все сложнее и сложнее их найти. Ощущение, что мне куда-то именно сюда. А вот это ущелье, похоже. Я представляю, где будет спрятан последний. Где-нибудь вообще в недоступном месте. Подожди, куда я иду? Это правильная дорога, интересно, нет? Я тут ни разу еще не был просто. Скорее всего, я иду туда, куда нужно. Ну да. Я так думаю, в последних сериях больше времени будет занимать, собственно, путешествие к колоссу, чем битва с колоссами. Хотя... мы же еще не знаем, какие они будут. Может, как кто-то водяной. Так, ну, да, лошадь, что ты наделала опять? Повернись. Да, без комментариев. Смотри, тут ветрище какое. Так, это оно, похоже. Какие-то странные монументы. Да хватит прикрикивать уже. Можно и молча скакать. Возможно, сюда. Я не знаю. Что-то как-то большие сомнения на этот счет. Красиво. Давайте сходим вон на тот островок и оттуда посмотрим, туда ли мы пришли, куда нужно. Говорили про какой-то закрытый остров. Или не остров. А, закрытый город. Я думаю, он может быть как раз под землей. Почему бы и нет? Так, уважаемый, давай поднимайся уже. Ну, судя по всему, куда-то туда. Анимация главного героя все-таки вообще просто шикарная. Хотя, конечно, тряпичная какая-то, но разработчики вообще старались сделать именно его похожим на человека. Ну, у них, конечно, ничего не вышло, даже близко. Но зато двигается он плавно, как я не знаю. Это еще до того, как появилась разнообразная рэгдолл-анимация. Круто. Так, вот мы, похоже, пришли, да? Тут я еще точно не был. Нифига себе. Ну, хорошо, давайте искать, где же здесь наш враг. Жутковатое место, напоминает чем-то из этого дополнения Dark Souls Prepared Edition. Помните, там был такой разрушенный город под землей. Так, где же ты можешь быть? Где-то там, похоже. Вон он стоит. Фига себе.
Это как пес какой-то, да? Или боров даже. Япона, мать. Валим. По-моему, пофигу, хоть куда им запрыгать. Смотри, он весь в броне. А, вон, смотри, у него светится на спине. Так, хорошо, и что мы делаем? На спину им бесполезно, я думаю, запрыгивать сейчас. Да, убей. Так, тихо. Тихо, тихо, дружок. Да, совершенно не понимаю, что с ним делать. Но, скорее всего... Нет. Тихо, тихо, тихо. Дурной. Ну что, вниз заманить сюда? Нет. У меня есть ощущение, что нужно заставлять его биться об предметы. Но я не уверен. Фоном, мать, земля дрожит. Так, ну как... Уй, твою мать, вот этого не надо. Я испугался, блин. Так, тихо, тихо. Ох, япона-мать, да. Япона-мать, короче говоря. Да, вставай уже. Блин, хорошо вырубил. Давайте попробуем вот с этой штуки добраться вон туда. Если наш герой, конечно, соизволит подняться все-таки. Нет, недолет. Еще раз попробуем. Мне кажется, наверх надо подняться, чтобы он бился, бился и убился. Да. Пока что самый офигенный колосс. Ну, то есть, очень красивый. Так, сюда. Дальше. Что ты делаешь там? Я надеюсь, это он не обрушит. А вот смотрите, прям дорога какая-то, да? Так, окей. Тихо, тихо, тихо. Прям как будто ведут нас куда-то. Ай, ты что ты делаешь? Где он там вообще? Так, хорош. Что-то... Ой, тихо, тихо. Понял. Сейчас, возможно, она на него упадет. Может, не стрелами в него пострелять? Да, походу. Одной! И сюда. Так. Да, блин. Так низко, что не попадешь. Заметил? Хорошо. Что-то я, походу, сделал правильно. Так, но жизнь у него не отняло это никак. Хорошо, у нас есть дорога дальше. Ай-яй-яй-яй, не падай. Не падай. То вообще какой-то бешеный. Так, лады.
Бабах! Хорошо. Так, сейчас нам вон туда, оттуда вон туда, туда. Вот эти все штуки на него уронить, похоже, что ли, надо. Я не совсем понимаю, пока что с ним... О, тихо, что с ним делаю? Не попал. Так, так. Пока я тут поднимаюсь, он вроде не бьет ее. Или бьет? Давай еще. Не, ну прикольно, конечно, сделано. Видите, он когда бьется, у него какой-то... прям голова болеть, походу, начинает. Да. Я тут, эл. Так, надо держаться, по-моему. Хорош. Нормально, офигеть. Да, таким я еще точно в этой игре не занимался. Он кота-то он напоминает, с которым мы дрались уже, 12-й, по-моему, колосс. Тот был мелкий, но тоже дюжа противный. Так, хорош. О, нормально. Так, аккуратно. А, как мне на нее попасть? Это плохо. Я-то думал, достану. Нужно было стоя спрыгнуть сюда, похоже. Тихо, 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 не бесись. Дурной совсем. Пришибленный просто. А, нет, достаю. Понятно. Тихо, тихо, тихо. Давай, там вообще без психов. Так, ну, давай. Еще шарахнешь? Да, блин, вот этот вот стрел, то, что постоянно цепляется за что-то. Да, спрятался. Да ёлки-палки. Ты издеваешься, что ли? Чё ты бежишь от моей стрелы постоянно? О, потерял меня. Вот, наконец-то. Так, хорош. И падаем мы куда-то. О, куда-то не туда, куда хотели. Ладно. Но это прикольно, я пока смысла не понимаю всего этого. Может мне со статуей, когда она падает... Как-то упасть на него, хотя смысл-то он все равно бронированный весь сталью. Эу! Пассажир. Лады. В глаза стрелять бесполезно. Так, пошел, сейчас мы... Тихо, тихо, тихо. Да. Это было не по плану. Да вставай ты быстрее, ну. Тихо, тихо, тихо. Какая страшная тварь. Давай. Ох. Так, главное не упасть вниз, а то у меня просто на ливер пустят. Так, вроде успокоился. Это наш шанс. Это уже что-то серьезное. Это, я думаю, он... Хотя нет, уронит, походу. Ему вообще плевать. Так, и что мы тут... Тихо.
Вот эту штуку, если он на себя уронит, то вполне возможно, ему станет не очень хорошо. Давай, ломай. Еще разок, возможно. Ну. Да что-то у меня такое ощущение, что я не сломаюсь. Давайте еще раз попробуем. Да, похоже, что нет. Хотя, кто знает. Так, ну. Вообще не понял, пока честно не делать, но вроде все делаем правильно. По моим так скромным наблюдениям. Сейчас он сломает эту колонну, она упадет и пробьет вот этот вот забор. Если я все правильно понял. Но. Да. Как наш герой еще не убился в таком. Ну да. Вырубил опять бедолагу. Так, что, куда бежим? Тихо, тихо, тихо. Чуть не разлепешил меня. Я не знаю, куда я иду, честно говоря. Лишь бы от него подальше. Хорошо. Ох, этот пол выглядит недостаточно прочным. Может, мне как-то уронить этот пол на него? Не факт. А, ну подожди, отсюда же я пришел, это самое начало. Все правильно. Мы сделали круг, и теперь нам нужно... скажем, увидеть его и взбесить, как обычно. Эу! Так, нужно держаться за что-нибудь. Не понял. Блин, зверюга, что с тобой делать? А, вот что с тобой делать. Смотри, живой еще. Но с мордой у нее что-то определенные проблемы, я смотрю. Тихо, не надо вот этого. Блин, куда мне бежать-то? Он же меня сейчас убьет просто. Да. Сейчас просто зажим. Да он уже зажал, ни хана. Давай валим. Ну, хорошо, что дальше? Теперь можно будет запрыгнуть ему на шерсть, походу. Пошел процесс. Понятно, короче.
Тихо. Фух. Ну, это было довольно непонятно. Помаленьку, по чуть-чуть лучше. Все, уже дальше не получится. Так, ну, пей. Хорош. Блин, хоть кататься. Блин, ну прикольно. Это круто. А, не попал. Ушло. Валим. Входим. Любимая тема, кстати, из игры. Понравилась мне эта музыка. Давай, бей. Тебе уж совсем поплохело, да? Да что ж я не попал-то? Я тебя сейчас заклупаю. Или уже нет, лучше дождаться. Блин, чуть-чуть осталось. Ладно, слезаем. Ну, последний. Так, приглушили. И все. Фу, это был, по-моему, самый прикольный колосс из тех, что встречались нам. Мощный такой, грациозный. Ну и при этом самый интересный бой, наверное, потому что я долго не понимал, что с ним делать вообще. Но в итоге получилось красиво. Опять эта непонятная темная энергия. Фух, это было круто. Ну что, еще один колосс готов. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.